приветствую всех зрителей и подписчиков на канале. С вами Серега. Всем большой привет. Сегодня рассмотрим Nike Air Max Liquid Racer, что в переводе «жидкий гонщик». Значит, ретро-вдохновение продолжает подталкивать команду дизайнеров Nike с помощью Nike Air Max Liquid Racer, принимая дизайнерские сигналы от Huarache Lite и Air Max 1. Вот. Верх у них, конечно, похож детально на Huarache Lite. Вот. Соответственно, подошва у них очень похожа и позаимствована от Air Max 1. И сама подошва и система баллонов. Верх кроссовка выполнен из нейлоновой сетки, которая хорошо циркулирует воздух при беге, тем самым нога меньше потеет. Также имеются кожаные вставки, такие плавные кожаные вставки по всей площади верха кроссовка. Они у нас в серебряном цвете, вот, для поддержания как бы самой конструкции. Вот. Шнуровка у нас классическая, язычок очень мягкий, не пожалели туда наполнителя, очень конкретно мягкий, даже мягче, чем у Air Max Skyline, на порядок мягче. Также на язычке имеется логотип Nike с названием модели Liquid Racer. Вот, значит, свуши Nike сбоку, вот большой свуш Nike сбоку. В носочной части он меньше, вот, на заднике также свуш Nike с надписью Air и сбоку просто надпись Air Max. Внутренняя часть у нас из текстиля, но также очень мягкая, и наполнителя также сюда не пожалели, вот, что придает мягкости ноге. Промежуточная подошва у нас из пеноматериала филон. Также имеется воздушная подушка на задней части кроссовка Air Max, что придает отличную амортизацию и комфорт при длительной носке. Кроссовки очень комфортные, очень мягкие, достойные кроссовки. Модель вообще великолепная. Считается ретро-моделью. Значит, подошва имеет вафельный рисунок, что придает отличное сцепление с поверхностью. Носить рекомендую лето, весна, осень. Зимой, ну, не думаю. Навряд ли зимой нет. Значит, ценовая категория при выпуске данной модели в 2010 году составляла 6000 рублей. Но переиздания до сих пор не было, и, соответственно, данная модель может доходить в цене до
12 тысяч. Модель считается редкой. Комфортные беговые кроссовки на каждый день. Еще одни отличные, отличная модель от фирмы Nike и ее дизайнеров. Также имеются замшевые детали на носке и системе шнуровки. Отличная ретро-модель, редкая, прекрасная, беговая. Отлично сидит на ноге и хорошо моется. Спасибо, что были на канале. С вами Серега. Пока-пока.